Тироль говорит, что жизнь удалась. Мы с вами гуляем по вечернему Донецку. Как видите, у нас туман. Очень сыро, очень холодно. Но вот вдоль проспекта Ильича, вот площадь Ленина, они поступились на, я считаю, весьма праздничную иллюминацию. Стоит елочка, мы сейчас подойдем, посмотрим на все поближе. Макдональдс все так же не работает, он закрыт. Жители города уже собираются у елки. С детьми он приходит. Смотрите, как красиво украсили все в парке рядом с площадью. Здесь у нас наш пост милиции, скорее всего. Нашей, вернее, простите, полиции ДНР. Сейчас попробуем, помнят ли они о правилах дорожного движения. Помнят. Это замечательно. Ильич в тумане прекрасен. Город готовится к празднику. Это чудесно. Несмотря на все тяготы и на весь кошмар положения, которое на самом деле остается. Малыши, люди. Знаменитый символ. Я считаю, что это символ нашего сопротивления. Это вот эти вот детские машинки на прокат. Потому что человек, который завидует ими, очень преданный и верный нашему делу товарищ. Вон он стоит. Потом подойдем, поздороваемся с ним. Красиво. Что еще сказать? Вы видели патруль, да? Патруль, это театр Артема вот в темноте. Тоже весьма постарались к Новому году. На Флагштокена тут не видно этот туман. Знамя ДНР над зданием. Вот там вот у нас ПАС, Сбербанк России. Все красиво.